guys. Кулинан Делек. Так, вот этот вход. Ресепшн. Все beautiful. Все новое, все свежее. Годива? Не, я не буду, спасибо. Я тоже не хочу, спасибо. А, ну вот, вот это бар 24/7, и там дальше 24/7 ресторан. Очень удобно покушать в любое время. Не везде это есть, это круто. Вот ресторан. Заходим. Кулинан. Белик. Hello. Hello. Thank you. Мы вышли на террасу, здесь видно весь отель, как на ладони. Ну, может, не весь, но, короче, видно. Живая музыка? Да, блин, я прям обожаю вот это. А, как Адам и Ева, да, меняется там разное. Так уютно. Как жаль, что здесь не хватило одной ночи, чтобы здесь заселиться именно сюда. Кайф. Все новое, все такое красивое. Это еще днем, здесь вечером иллюминация, такая подсветка. О, вертолет, кстати. Видно? Буду знать теперь, что он красный, а не желтый. Я думал, что желтый. Чтобы вы понимали, это не обзор, это просто мы зашли в гости, такой инфотур. Мы тут не жили, я ничего не могу сказать насчет сервиса, качества еды. Мы ее, наверное, тут и не покушаем сейчас. Ничего не могу сказать насчет развлечений. Это просто такой вот интерьер-тур, посмотреть на локации, как построили. Отель совсем новый, он только-только открылся 2 месяца назад. Вот первое впечатление. О, как тут вообще классно. Блин, очень классно. Блин, почему она мне... Очень классный вид. Здесь такой, как дворец. Как будто в Эрмитаже идешь такой там, да? Это, или в Вовре. Вот он, спортбар, видимо. Даже интересно. 4/7. Да. Ага, здесь у нас торговая променад зона. Азиатский. Азиатский? А-ля карт? Да. А, ты паньяки? А он вечером только работает? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, авторские права. Что там такое, какой-то ресторан, что ли? Шоколадочная. Шоколадочная. Игровая зона, автоматы. Ой, это точно интересно. Автоматы бесплатные. Там боулинг. Декорировано. Сейчас я гляну, какое там у ребят есть пиво в баре. Футбольный паб какой-то, видимо. Блин, и тут закрытые холодильники. Как посмотреть? Beer. Let me show. Beverages menu. Пиво, где просто интересно. Вот, эфес, вот, и... Такой выбор.
Угу. Все они его берут, такие вещи вообще. Hello, merhaba. Не знаю, куда мы идем, куда-то идем. Вот эта территория, получается, зона бара. Отсюда плавно мы идем куда-то дальше, куда идем, без понятия. Блин, как уютно вообще, охренеть, это просто нереально круто сделано. Разные цвета, вот эти декор. Сразу видно, что профессиональная команда дизайнеров это делала. И как селекторами там намешано, фиг знает сколько стилей. Здесь фото. Это, видимо, дорога на пляж. Это Шиллер кафе, но мне почему-то очень не нравится их зерно, Шиллер вот этот. Жарко, что мы спахуем только когда уже холодно совсем. Иос. На территории, кстати, играет музыка такая. О, очень кайф. Когда есть музыка и музыкальное оформление, это все интереснее. В общем, здесь вивы. Здесь вивы. И они где-то не на отшибе, в отличие от других отелей, они в основной тусовке, что ли, как сказать. Это для вивы большой плюс, что тебе не надо шататься, как в регнуме, откуда-то издалека там тащиться. Это амфитеатр, но, конечно, очень классно сделали отель, прям приятно смотреть еще с уровнями, да, не как в Регнуме, а как бы постепенно, не в Риксосе уж тем более, к сожалению, там очень плохой амфитеатр, вот, удобно будет, видно всем, сцена тоже гигантская. Вот я на камеру 0.5 переключился, чтобы больше широкоугольная камера, в общем. Ресторан на ресторане, там ресторан, тут ресторан, везде все одни рестораны. Пожалуйста, кто хочет, туда иди кушай. Классно. И там тоже есть сердце. Есть, вижу. Аквапарк. Блин, ребята, это почему же нам тут места-то не было, одной ночи не хватило. Какой он классный. Аквапарк нереальный. Не знаю, как это прочитать. Укупа. Не знаю, Юкупа. Короче, детский клуб. Идем в детский клуб. Зашел. Открывайся. А, не знаю, кнопочку надо куда-то нажать. Да, вот она, ну конечно. Еще раз нажать. Алло? Здрасте, здрасте. Так, это для малышей.
еще ресторан детский есть. На русском, английском, турецком. Тоже водит, по-моему. На театр. Сейчас, кстати, актуально. Сейчас, наверное, все фильмы заблокировали в России. Балет. А, и PlayStation, понял. PlayStation комната. Я не буду заходить, в общем, там комната PlayStation. Здесь для девочек балет. Но PlayStation явно интереснее, чем балет. Ладно. Activity Park. Майкл Джордан или кто это, Ленин, не знаю, плохо видно. О, Transformer Show сегодня будет, видимо. Ну конечно, вот маленькая лялечка, вот надо на этой пчелке или что это, мотоцикл покататься. А там, смотри, там что-то еще есть. А, там амфитеатр детский, я понял. Нет, баскетбол здесь, там амфитеатр. Там, наверное, мини-диско проходит. Когда в одном месте, это, конечно, сильно удобнее, потому что аниматоры ребенка водят везде, где надо. А, это сцена прям уже, все, я все понял. Я прям на сцене нахожусь, получается, вот там зал зрительский. Видимо, прям оттуда будет, кстати, удобно, тиночко. Такое не везде есть. Бывает такое, что до 12 лет и все, и дальше, значит, нечем заняться детям от 12. Они со взрослыми, для них все активности. Вот когда для тиночков 13-18, так круто. Вот вид еще раз, но с другой стороны. Побежал, бегу. Конечно, надо брать GoPro и ехать по всем этим горкам. О, Magov Switch Club. Что это такое? Что это? Блин, ну это так заморочено, это все так декорировать, конечно. Ага. Что это? Guest Assistant. Так, это пляжная зона. Я просто его увидела, я поняла, что так, ладно. Потом можно куда-нибудь направо пойти, там перенести. Лежаки-то классные. Как это называется? Ну, деревянные, ротанговые, что ли? Ой, извините. Здесь такой пляж, здесь песок насыпан, такая полоска. Метров сколько тут? 15? Короче, не знаю. Там дальше уже идет обычный белековский песок. А здесь именно вот, как во времени, именно песок. Не кварцевый какой-то, не кварцевая кружка, как Макси. Именно песок. Но находиться тут, конечно, однозначно очень приятно. Очень все классно, очень красиво. Там вот зона кабан. Кабаны такие огромные еще. Там гольф-поля. Туда не пойдем. И вот ресторан тоже перекусить. Тут очень много ресторанов. А здесь на какой-то А, нет, не мексиканский. Блин, ну это просто что-то здесь. Это вот шедевр, реально. Мексиканские эти кактусы.
Или такие тоже. Там спа. Мы в него не пойдем, потому что уже просто... Чуть-чуть устали ходить. Надо пойти поплавать, покушать. Вот. И в следующий раз. В следующий раз, когда приедем сюда обязательно, как гости уже, то подсниму. А пока что, наверное, все на сегодня. Обошли территорию. Ресторанчик так вскользь посмотрели. Идем на выход. Сюда приедем 100%. Нам очень понравилось.